Ну что, дорогие друзья, кажется, прятки на GTA 5 RP возвращаются. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на новую серию по GTA 5 RP. Играем на первом сервере под названием Даунтаун. И наша фирменная команда, которая сформировалась спустя годы, это я, конечно же, Александр Булочкин, Оленька Пингвиненок и Ярослав Жужун. Всем привет. Здорово! А ты чё руки-то? Чё ты руки-то развел? Чё так борзишь? Ну, смотри, а? Какие люди стоят, ты, какие показывают. Люди в Голливуде! Короче, мы вновь воспользовались услугами администратора, позвонили по фирменному номеру 8800, ладно, неважно. А, и он нам любезно предоставил М8 и два Evolution. Оли розовый, у меня сегодня вот такой серо-голубоватый. И, собственно говоря, мы очень долго думали, где нам устроить прятки. И нашли такую локацию, да, вместе с Ярославом, сейчас побродили по местности, посмотрели и поняли, что вот это вот место на карте выглядит маленьким, но по факту, вот там вот, да? Там пиздец. Там вот? А чё такие молчаливые, чё, ребят? Где бодрость духа, чёрт возьми, а? Оля, я слушаю тебя, я тебя слушаю. Это правильно. Бодрость духа должна быть. Хорошая девушка, хорошая, умная. Это ты, любитель. Она всегда слушает, слушает своего мужчину. Потому что мужчина, что правильно, фигни не скажет. Ты чё размахиваешь своими флайерами, блядь? Тихо-тихо-тихо, ты главный другой. Не колдуй давай, Гарри Поттер, что ли, блядь, или кто? Короче, иди давай, садись свою рухлядь. Эту М8, блядь. Компутишн. Давай садись. Все, мы не смотрим. Оль, давай вот чисто вот смотрим куда-нибудь в асфальт. Прям вот все. Не смотрим куда. Сможешь в асфальт? Я сейчас присяду в свою машину. Так, все, я не смотрю. Ярик прячет, скидывает подсказки. Три раунда, кто находит, тот красавчик. Я в прошлой серии, не знаю, что-то невероятное сотворил с этой камерой, блядь, которая. Особенно во втором раунде, да, по-моему, я ее нашел. Или в третьем, я не помню. Вот, поэтому, Олечка, желаю тебе удачи. Мы ждем. И тебе, любимая, удачи. Ярика, он нам скидывает первую подсказку в первом раунде и начинаем искать. Всем приятного аппетита, кушать, всем приятнейшего просмотра. Так, ой, как вовремя, как тайминги такой говорит, включай, его не видно, мы же смотрим-то куда. Чего, кому первому? Ну, пришел откуда-то. Давай, Саша, подожди. У меня машина закрыта уже, все. Шишел-мышел, вышел пыш. Тех-тех, бернаут, бля, какие тачки-то, ёбаный. 3, 2, 1, о! Все, ночные годы. Куда ты? Ты ко мне? Все, тихо. Я смотрю, уже наготове открыл переписку с Яриком. Раз, два, три. Что? Первая фотография. Опа. Пока. Пока. В смысле? Так честно, Саш. Ну ладно. Жду. Это братская любовь называется. Брат за брата, за основу взято, там все дела. Отправил. Так, подожди, оранжевый. То есть ты думаешь, что вот типа я такой, блядь, нахуй этот самый... это все? Это такая да, местность? Да, Ирун маленький на самом деле. Подожди, я сразу... Опа. Ну, первая должна быть легкая. Первая, это такая, знаешь, читаемая, что-то такое. Читаемая. Так, ну тут ты вряд ли бы проехал. Смотри, вот ты типа... Смотри, Оля, видишь, снизу катается. Так. Если опять проеду, блядь, и... Вот раз машина-то черная, блядь. Можно ну, тогда... ее увидеть. А, нет, это слишком просто, видимо, было бы. Так, я уже соскучился. Это я согласен. По фирменному Олиному вот этому. Нашла! Че? Нашла! Так, подожди, может здесь, снизу? Подожди, у нас... А, справа-то тоже там, да, или нет? Да, конечно. А ты пацанам, ребятам показал границу? Конечно, оно до сих пор, оно же сейчас на экране есть. Маленькая, правда, но есть. Прям сейчас, чтобы... Так, подожди. Все продумано, понимаешь? Бля, такая локация маленькая на самом-то деле. Маленькая, но при этом тут... Подожди, оранжевая. Опять же, все раунды будут кто просто кто быстрее. Это ржавая там, что-то... Мне кажется. Твой кореш? Да, бегать. Так, подожди, а где тут тебе сейчас прям сказали, а? На самом деле, реально как-то мало места. Подожди, а тут тоже считается или нет? Блять! Тихо. Ты тут вечку держал? Я вообще не знаю, куда я заехала. Мне кажется, что ты мог спрятать... Вот оно что. А туда можно проехать? Подожди, на ту территорию. Оль, ты где там? Как у тебя дела? Ты смотри. У меня пока все нормально. Ищу. Ржавая штука. Мне кажется, что где-то снизу... А тут куда ты не заехал никак, скорее всего. Ну-ка, здесь тоже. Блядь, ты как так-то? Казалось-то это самое. Другая рубрика. Какая? А, как так-то, блядь? Подожди, там ничего не было. Я боюсь, что я проехал уже. Оль, ты как там? Я еще пока не нашла, не переживай. Да? Я тут. Блять, она. Блин, так... пытаюсь выехать. Я слышу только звуки, как Оля куда-то врезалась. Да. Так, подожди. А! Да блин! Нихуя себе! Тупики есть, блядь, какие-то. Тоже понял, блять. Так, ладно. Что-то это самое. Казалось бы, да? Казалось бы, что места-то много. Ой, мало в смысле, а. Бля, так Оля там, значит. Опа, вон Оля. Подожди, а здесь. Что, мужик стоит какой-то? А, блядь, я думал, это мужик, блядь, стоит, ты прикалываешь? Где мужик? Вот это а, слева. Вот это слева? Да. Так, подожди, что-то я запутался, нахуй. Вот это мне все равно покоя не дает. А как туда попасть? Оль, ты плачешь?
А я нет. Так, подожди, а что за хуйня? А, вот заезд. Кто задвиж? Тихо. Блядь, так куда ты спрятал-то ее? Подожди, тут места некуда прятать даже. Ты издеваешься? Мне кажется, нет, это... мне пока подсказку не надо, А, да там, мне кажется, у него такие подсказки, что это... Не, вторая фотка-то есть, но она не... Блядь. А вообще берег, если что, на будущее учитывается, да? То берег? Велик? Берег. А, это ржавая штука. Тут вообще как бы плюс-минус... Тут места кажется... мало, алло, я не понимаю. Я сейчас смотрю, даже я буду прятать. Здрасте. В следующие разы. Подожди, это тоже считается, да? Поиск. Что? Нашел? Нет. Подожди, вот отсюда можешь проглядеться. Ну-ка, слева. А, нормально, да, вагоны стоят? Угу. Так, подожди, это... Ну, кстати, Денис, он. Ярик, сейчас не смешно, подожди, реально мы вдвоем не можем, блядь, найти машину на этой локации? Да вон справа стоит голубая, ну, обикать. Так, подожди, а там уже не считается, да? Нет, там уже не... Чё, блядь, мы 4 уже минуты ищем где-то, подожди, чё за бред? У меня больше другой вопрос, как я буду в следующие места прятать, потому что я не знаю. Всё, что ты ездишь? Подожди, Воль, мне кажется, он наебал нас. Он не мог. Ну, типа, тут мы все проехали, уж точно вдвоем, тем более. Чего, блядь? Подожди, я сейчас попробую вглядываться в пиксели. Подожди. Конечно. Я нашла! Ярик, я проезжал там? Да, два раза. Блядь! Не, один раз прям очень жестко. Ой, я не знаю, как туда заехать, но я могу где? Это наверху. Наверху, на пандусе. Я ж проехал тут! Ну, смотри направо сейчас. Где Оля стоит? Сейчас. Направо, смотри, пожалуйста. Жопку. Вот, направо. Блядь! Я не знаю, я уже просто меня... Ну почему через раз такая хуйня происходит, я не понимаю. Надо быть более внимательным. Давай, вылазь. А, у меня это, слева же выход. Так, Оль, давай назад аккуратненько по паркроникам. Мы сейчас раз дадим назад и где-нибудь тут спрячемся, чтобы вниз смотреть, да? Блять, ну да, я сделаю прятать на самом деле, тут, блин, что-то такси вместе. Ну это тебе кажется, блядь, потому что я сразу на этот пандус причем поехал, Оль. Да? Так, давай вот, наверное, знаешь, где встанем? Давай встанем вот тут вот и будем смотреть вниз, вот где-нибудь вот здесь вот. Все. Ну, может быть, тебе в следующий раз повезет больше. Иди. Ну, сейчас посмотрим. Так, ладно, первый раунд такой, как бы, что-то какой-то жесткий, блядь. Ну, жесткий. Да, все, смотрим вниз, Ярик прячет. Ну что, где ты? Запись включена. Запись. Искатели. Дети, искатели, приключения. О, закрыли. Ох, нихуя себе, бандюшки какие-то. Взлом. Угад! Ну ты, конечно, даешь. Фотка Ярик. Раз. Так, подожди. Я так понимаю, Оля, да, полетела? Ага. Фотка. Подожди, меня чат не открыт. Все, понял. Ага, контейнер какой-то. Ну все, смотри, с первого раза нахожу. Я в прошлый раз это, кстати, закончил. А? Тут такой контейнер. Не знаю, контейнер какой-то был, да? Вон. Так, подожди. Нет, это не контейнер, это не контейнер. Да где-то он все, он сейчас такой, знаешь, на панике. Перепутал игру. Понял, что ему прятать некуда, сейчас, он где-то тут. Я поняла, где? Ну, то есть я поняла, блин. Что это, но не понимаю, где. А я не понял, это трансформаторная хуйня. А где она, подожди? Бинго. Я нашла. Блядь, да что за хуйня, я бы долго будем чередоваться-то, где? Пиздец. Стоит такая без бампера тут. Сила, запятанная. Ну, это было легче, естественно, но игру тут да, очень это мало, очень прям. Ой, блядь, ну это прям что-то вы, конечно, ребята, сговорились, походу. Походу, подсказочка-то Оля прилетела вот... раньше. Ой, Оля меня сбила. А ты мне дверь сломал. Ну и ладно. Что у вас там за разборки? Ярик, пошли. А давай же знаешь как? В прошлый раз, когда ты же тоже выигрывал. Два раза подряд, по-моему. Да я ничего не говорю, просто как странно, что везение то есть, то нет. Слушайте, а давайте психанем. Ой. А что? Что? Что такое? А, да я это... Кто ты? Вон, смотрите. А, то что они это разваливаются? Ага. О, нихуя! Ой, ты куда? Блять, сейчас застряну нахуй здесь. Тихо, у меня предложение. Открываем карту. Сменить место. А вы видите, что тут, если посмотреть чуть левее и выше, огромная какая-то станция ветряков. Вот если вот посмотреть, вон там вот она. Выше и куда? Чуть-чуть. Ну вот прямо я куда смотрю сейчас, вот видите машинку? Вот как мы с Олей смотрим. Вот прямо. А, ну... Вот там вот гора, okay. И там ветряки, вот это вот. Ну, откройте карту, видите, там все вот это вот. Ну, вся территория вижу. Слева, вот такой овальчик, если взять. Подвинься ты. Ну, видите, карту открой. Открыл? Вся территория овальчик. Ну, представь, вот где банкомат, считай, вот там сверху, и вот так вот вниз, до развилки. Ну, вот это вот, ну, вся вот эта территория, которая, блядь, там вот это вот, вся вот эта непонятная. Ой, банкомат. Блядь, ну почему сразу не понять, как я объясняю? Я же объясняю банкомат просто. Нашел.
поняли? Который тип как этот незаконченный вал. Ну такой, да. Вот ну, там, давай-ка, мы тут подождем. Финальный? Ну да, мы отъедем даже. Оль, ну поехали. Ну давай. Да. Поехали. Иди сюда. Ну что, мы наверняка не подглядывали, поехали. Ну да. А, значит, это самое. Сейчас, ну, обрисуешь, да, потом на карте как-то. Точно, вот. Мы спрятались, все, а ты спокойненько прячь. Давай. Хорошо. Давай. Так, Ярик тут там сообщил, что он где-то я нас ждет. Въезда на эту базу, поэтому. У меня есть одна тактика, но я не скажу. Mm-hmm. Я кое-что тут задумал. Сейчас я хочу последний момент. А где именно ты въезд? Стоит! Пальчиком. Садись, Коля. А так Коля мне, давай к тебе. Слушай, я справлюсь. Я говорю, ты сейчас скидываешь фото. Садись, Саша. Ну вдруг какие-то там сейчас ему подсказки каким-то себе там. Кто я? Да. Не-не-не, подожди. Я молчу. Я жду фотографию. Вот прям открыл. Так, подожди. Опа. Оля отправил, а Александру тоже отправил. Понятно. Угу. Ну, подсказка, конечно, блядь, выше всяких похвал. А что вы хотели? Блядь, я думал, этого аж охуел. Подожди. Блядь, у меня есть одна тактика. Зона огромная. Подожди. Все, есть план, я его придерживаюсь. Подожди. Блядь, не сработал на самом деле. Ладно, потом скажу, какой он был. Так, подожди сюда. Самый верх и найти оттуда. Или что? Подожди. Ты нашел? Нет. Ну, по-моему, да. Все. Не, хуёво пахнет, хуёво. Ты нюхаешь, что ли? Да. Угу. пытаюсь понять, подожди. Воняет, масса воняет, Вот тут должно быть, тут. Ну, малышечка, где то. Блядь, так, блин, ладно. Блин, нету, да? Даже здесь, может быть. Ярик, тяжело сделать. Это как КС я когда-то. Я нашла. Да блядь! Реально? Как? Где? Я поехала в другую сторону просто от тебя. Понял. Подожди, а в прошлой серии 3-0 у меня было? Да. Понял. И как это раз? Куда? Направо. Надо действовать так. Если соперник едет в одну сторону, ты должен ехать в другую сторону. Куда? Туда? Да. Прямо направо. Направо? Прямо направо, да. Так? До конца. Угу. Ага. Так мы что, ехали, нет? Нет, прямо едем. Туда? Прямо, да. До самого конца. Пожарная машина там? Ну, чуть левее, по-моему. Подожди. К вам тоже? Подожди, я не знаю, подожди, куда? Где-то здесь должна быть, слева, наверное. Дальше, наверное. Дальше. Вон. Ебать. Не, здесь чисто просто территория огромная. Ну, опять же, надо именно приехать именно сюда. Как бы Пупсик, тут тоже, ты да? Молодец, я так на спасибо. Это, ты как-то тренировала это самое, да? Я тренировала просто, ну, просто повезло. Нет, нанюхала. Не, ну молодец. Это я вот я не знаю, спасибо. Это как-то работает. Это то же самое, когда я в прошлой серии то. Что за шлем, блядь, Ярик, ты успокоишься? Да он постоянно что-то на голову, блядь, себе надевает, я не знаю, постоянно, неспокойный какой-то пацанчик-то. Ребят, ну как бы я не знаю, как это работает, в прошлой серии 3-0 получается я, теперь Оленька как бы вот так дай вот. Дай я потелую тебя. Ну, иди. Ярик, ты что делаешь? Предложи мне. Ярик. Блядь, если... Блядь. Сука. Что он делает? Шампанское? Да нет, просто это со стороны. Ты специально отвернулся, блядь, или что? Да. Тоже тушь? Что ж ты, пожарник? Друзья, вот такая вот серия по пряткам. Кстати, можете написать, может быть, пожелания по машинам, а может быть, придумайте какую-то нам конкретную зону. Потому что, с одной стороны, мы думали Вайну, но там пиздец, мне кажется, будет полный. Там вообще мы потеряемся. Либо в городе можно какой-то участочек оградить. В общем, напишите, как вы считаете, где будет веселее, интереснее и, самое главное, сложнее я нам обиделся. Искать. Куда, угу. Куда ты ушел? Я его опять выиграла, это, ножницы, бумага, камень. Поебал. Подожди, что? Покатать на спине? А, ну давай. Че уже, не получается? Подожди, давай, нет, стой. Давай, вот реально, на косарь камень, ножницы, бумага. Готов? Блин. Давай, на косарь, готов? Вот просто, блядь, под конец. Давай. Так, камень, ножницы, бумага. Сука. Ну, рандом. Ну? Да блядь! Подожди, стой. Так, не пойдет, подожди, тихо, давай вот так.
Смотри, так ты сейчас с тактикой, блядь, играешь. Смотри, что-то раздумывает там. Да. Блядь, да что за хуйня? Да я же знал, что ты два раза на тоже кинешь. Ну, ну давай, блядь, со мной, давай со мной. Читай. Так, подожди, вот сейчас, если я еще и Оле проиграю, то это будет вообще пиздец. Подожди, стоп, это просто вот 0-3 проиграть, и сейчас... Так, ну давай вот так вот тоже. Попробуем. О, а. Ничья. Подожди, сейчас. То же самое. Стой, я сейчас охуею. Блин, он тоже самое не кинет, еще раз. 100% не кинет. Так, давай. Да блядь! Ничья! Подожди, тихо. Подожди, сейчас, ребята. Хотя бы хоть малюсенькая победка туда сегодня будет или нет? Так, ну-ка. Даже не флужу. Да не флужу я. Ну давай попробуем так. Пожалуйста, блядь. Ну пожалуйста. Да блядь! Проебал? Да. Уй, лошара. Пока. Обиделся все. Пиздец. Это вот, ребят, вот есть все равно такое, что типа неудачный день. Вот сегодня, видимо, у меня такое. А ну-ка. Поцелуй праздничный. Быстро. Кого? А поцелуй, вы можете праздничный поцеловаться? Не-не-не-не. Почему? Вы можете. Можем. Ну, в жизни, по крайней мере. Поцелуй праздничный, так. В жизни как бы практикуем. Так, ладно, сейчас, подожди, стоп. Я снимаю. Давай, опа. Палец. Ну вот и все. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.